Боже, это реальный бой, ребята, у меня 14 банок! Охренеть! Всем привет, с вами Аурум. Буквально вчера я на этом аккаунте, на аккаунте Гэндальфа, открыл кейсики. Вы помните, это была наша заключительная такая тысячная сага. 1000 кейсов суммарно мы открыли, и, в общем-то, все равно остался один невыбитый персонаж. То есть у нас остался Ворон. Сегодня, как вы понимаете, кейсы мы открывать не будем, но зато появилась другая идея, которая заключается в том, что... А почему бы не создать новую рубрику на канале в формате «Что если?», да? Вот «Что если мы что-то делаем и что потом произойдет?». Если вам нравится такая идея, пишите об этом в комментарии, обязательно поддержите лайком и, помимо прочего, в комментарии загадывайте челленджи. Что если и что должно произойти? То есть в таком формате оставляйте комментарий. Сегодня же что мы будем делать? Абсолютно бесшабашная тема, я думаю, будет очень фан и очень... Это не очень, конечно, хорошо, но все равно хочется проверить, что же будет. Я думаю, мы не будем вкачивать Карла сейчас до 500 кубасов, это абсолютно бессмысленно, и так понятно, что играть будет легко, но все же у нас есть Карл с 9 силой, на нем вот... Буквально пару каточек Гэндальф попробовал и потом предложил мне эту тему. 7 кубасов, то есть будем говорить, что мы в нуле кубков. И что будет, если мы пойдем в шоудаун на настолько, блин, прокачанном Карле? Насколько сильно визжать будут наши оппоненты? Плюс, очень важный момент, Карл 9 уровня, а не 10. То есть он не будет светиться как фуловый. То есть даже опытные чуваки не будут понимать, что он очень мощный. Но, конечно, есть и минус, у нас не будет никакой спецсилы, ну вы понимаете, пассивка Карла еще не открыта. Кстати говоря, на этом аккаунте есть также джин, который не вкачан. Давайте Мортис сразу, пойдем в притыл. Когда-нибудь убивали Карлом Мортиса сразу? Слушайте, ну он хитер, бобер. Так, спокойно, спокойненько. И сюда, поближе, поближе, вот сюда. Ты знаешь, как это работает? А ну-ка, знаешь или нет? 6160 кп, вот так вот, да. Вот таким вот образом. Найс, опчки. Боженьки, бедный Мортис. Мне реально его немножечко страшно. Ой, страшно, жалко, в смысле. Ну, прикиньте, подошел Мортис и не смог Карла убить в соло. Это просто фиаско. Да, кстати, вот куча Карлов. Куча Карлов по-прежнему. Сейчас будем уничтожать их. Уничтожать тупо Карлов. Собираем еще банок. Боже, я 9-й и у меня 5 банок. Это безумие. Безумие. Можно сразу еще один челлендж. Типа, сколько можно банок насобирать. Смотрите, у меня уже 7. Вы когда-нибудь видели такое количество здоровья у Карла? Блин, это новый реальный челлендж. У меня 9 банок. Я успею взять еще одну? Я очень хочу. Так, и выбегаем отсюда. 10 банок! 10 банок на 9-м Карле. И у нас еще 5 соперников. Плюс где-то там еще бегает робот. Вот робот. Привет. Привет, друг. Привет. Я очень рад тебя видеть. Я очень рад вас видеть всех, пацаны. Это большой фан. Я уверен, вы бы... Ну, очень хотели оказаться на моем месте, потому что это реально круто. Это реально очень круто. Я даже робота не боюсь. Я в соло убиваю робота на раз, два, три. И еще! Боже, это реальный бой, ребята! У меня 14 банок! Охренеть! Я сверхкрутой! Прикиньте, меня сейчас убьют. Вот это позорище будет. Ну ладно, на самом деле нет. На самом деле нет. А давай мы сейчас с тобой убьем робота. Братан, слушай. Пойми меня правильно, давай завалим робота, а? Вот у меня реально гениальная идея. Убивай его, убивай, убивай. Давай, 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 давай его убивать. Так. Убивай, убивай робота. Бро, давай, 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 давай. Так, 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 не умирать! Прикиньте, я умер с 15 банками, лол! Блин, я олень. Ну, мне правда хотелось что сделать? Мне хотелось убить робота, получить еще больше банок. Но, конечно, нужно было уйти убивать этого чувака. Но мы же играем по фану, поэтому это все не важно. Блин, но это прикольно. Это реально прикольно. Еще раз момент, ребят. Есть еще здесь джин. Джином будет прям вообще имба. Он пока не вкачанный вообще. Здесь 0 кубасов. Поэтому, ребятки, если я буду... Я вообще читаю комменты. Первое там...
200-300 комментариев, я практически все читаю, так что оставляйте комментарии, если хотите, чтобы я джином покатал тоже в таких же условиях, это будет вообще жестко, тоже пишите в комментарии. Или плюс, если вы хотите, чтобы я еще и пассивочку выбил, например, на джина, постараемся ее где-то купить в магазе, потому что, ну, вот, кстати, здесь нету. Ну, в акциях иногда попадаются пассивки. Что, погнали заново. Это невероятно. По фану люди просто в ахере. Еще и баночки так собираются как-то изи. Блин, в конце, конечно, робота не убил. Надо было... Ну, там никак, там сложно. То есть, либо убивать чувака, либо убивать, короче, надо было чувака и становиться топ-1, что вообще мега скучно, потому что у меня 15 банок, слишком изи, я буквально 3 раза его порезал бы, и, в общем-то, на этом все закончилось. Вот, ой, приветики, боженьки, пацаны, ребята, мне вас реально жаль. Вот я это делаю с огромной жалостью, но это очень весело. Огромная жалость, но супер весело, привет. Опачки, и ты не отходишь. Ну, какой ты странный мальчик. Так, хорошо. Там тебя сейчас... Так. Нужно все равно немножечко не расслабляться, потому что я такой, типа, знаете, чувачок. Вот так вот. И валим отсюда. Ну, я специально убежал, конечно же. Естественно, я специально убежал. А вот здесь 5 банок у типа. Хотя мы примерно равны с ним теперь. Так. При этом он на ульте. Тимиться ни с кем не собираюсь, потому что у нас only fun. Так, 6960. Мы наравне с ним, но он на ульте. А я от него свалю, и он умрет, да? Такая жизнь. Такая жизнь, ничего не поделаешь, бро. Ничего не поделаешь. Я слишком толстый для тебя, тарочка моя. Ты моя тара. Так, какие-то 80-е песни начинаются. Приветики, как оно? Умри. Ай-яй-яй-яй-яй, теперь робот за нами гоняется. Привет, тара, как дела? Как у тебя дела? Так, это плохая идея! Блин, а Тара на опыте, знаете? Тара реально на опыте. Ну, опять же, видели, Карл тоже насобирал 9 банок. Давайте как в первый раз то же самое сделаем. То есть я сейчас быстренько побегу и начну собирать все банки. Побегу в центр, максимальное количество банок набирать, чтобы прям у соперников просто не было никакого шанса. То есть не буду лазить на периферии. Я же могу... Я просто не привык на самом деле так играть. Я стараюсь играть плюс-минус аккуратно и на рожон не лезу. То есть, если у тебя дальник, я не подхожу к ближникам обычно, да? Вот, ну можно быстренько вот так. Чик-чик-чик. Лайфхаки. Быстренько подходим. Опа, следующую. Лайфхак. Опачки, взяли. И давай быстренько опять к новому. Ты пошел в жопу. Так, есть, взяли. Быстренько опять к следующему. О, он за мной повторяет, не повторяй за мной. Есть, 4 банки, отлично, я уже непобедимый. Ну, прикиньте, ой, робот, ой. Ну, слушайте, я, конечно, могу с ним, давайте пободаемся, чё, иди сюда, так, хоп. В принципе, нормально, хоп. Так, иди сюда. Опчики. Есть. Возвращайся только тоже. И по яду ходи. Правильно, по яду. Молодец. Давай, я тебя в яд заведу. Молодец. Вот так, иди за мной. Иди, мой маленький, иди, мой хороший. Так, и возвращайся. Блин, тут, конечно, вот есть небольшая проблемка. И ко мне, видели, никто не подходит. О, отлично, помог. А чё это робот нифига не умиракается? Так, и вот таким вот образом. Ещё разочек. Есть! Семь банок, найс. Есть. Так, у него тоже 7 банок, но... А, 9, блин. 9, братан, 9 не круто. Так, ты меня режешь.
Молодец, кстати. Ой-ой-ой-ой, куда забрался? Куда я забрался? Сейчас там робот будет. Сейчас там робот, блин, почифанил меня. Ну, молодчага. 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 Ну, топ-3 гарантированно сразу. Опять же, все решает, в какой ты ситуации. То есть, прокачка, да. Прокачка решает. Но, с другой стороны, ребят, мы уже с вами видели Карла на 500 кубасов меньше, чем за одни сутки. Поэтому, по большому счету, если отвечать на вопрос, что если, то, ну, по сути, как бы классно все, прикольно, да. Но все равно прокачка не до конца сильно решает. Ну, она решает, но, видите, в конце я попадаю в ту ситуацию, в которой кто-то уже насобирал банки. То есть банки, они в какой-то степени уже делают определенный баланс в природе. Так, ну, на данном этапе можно вообще смотреть, что я творю. Что я творю? Так, спокойно, опчики. Так, только не режь меня. Так. Ну, еще момент, нулевые кубки. Играть мало кто представляет как. Поэтому даже с моим не сверх охренительно великим умением можно что-то творить. Так. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, шестибаночный, ты мой маленький, из тебя 3 банки выпадет. Ты очень классный, ты очень вкуснючий, иди сюда, вкусняшка. Вкусняшка! Вкусняшка! Не, ну Карл, блин, ладно, я не буду за ним гоняться, чувак, молодец. Вот это нам вообще не в тему. Это уберем. И вот еще так вот, опчики. Опчик. Так, бро, ты где? Ну, карлы прикольные тем, что можно помахаться вот как на ножах, знаете, как... Да не крутись ты, я не буду с тобой крутиться. Так. Приветики, 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 приветики. Ладно, махайся сам там с роботом, мы здесь что-нибудь прикольное найдем. Нас 6 человек, где все сидят? Алло, полегче, где все? Где все, ребят? Ой-ой-ой, какая ты? Ой, ты какая ж... Какая ты наглая, но мы все знаем, что нужно делать с Пэм. У нас тут вообще заруба Карлов на ножах. И Пэм тут вообще никак не рисуется. Смотрите, кстати, никто не умирает. Тот бедненький сейчас умрет. И Карл и этот робот на кого-то сагрится. Так, ну, Карла мы забахали. Ой-ой-ой-ой, ты убил ее, молодец. Кстати, молодчага. Так. И, кстати, робот идет за тобой, братан. У тебя нет шансов. У тебя нет шансов. У тебя нет никаких шансов, братан. Тебя даже робот убил. Я эффектно тебя режу. Найс. Ну, весело, весело. На самом деле очень весело. Но так можем бесконечно продолжать. Поэтому давайте еще одну каточку. Я думаю, что с Джином было бы круто на пассивке. То есть, если бы у Джина была... Хотя, блин, тот Джин с его пассивкой такое. У Карла пассивка поярче, естественно. Блин, может, какую-то вообще... Какого-то вообще персонажа. Ну, хрен ты какого-то найдешь персонажа на нуле кубасов, я думаю. Это довольно сложно сделать. Так, тут меня хоть никто не ждет. А вот, смотри, какой хитер-бобер. Вау, еще и попадает. Ну, ты молодец, кстати. Ой-ой-ой, молодчага. Давай с тобой зарубимся. Хочу с тобой зарубиться. Иди сюда! Иди сюда! Я не резанул. Странно. Блять, он меня режет, кстати. Смотри, молодец. Вот этот чувак молодец. Джук, нужно запомнить. И посмотреть на его кубасы. Мне кажется, что там все нормально с кубками. Такс. Очень много Бо и очень много Карлов. Может, какая-то акция на Бо была или что? Почему на таких кубасах так настолько много Бо? Такс. Такс. Текс. Привет! Привет. Так, ну хорошо. Теперь, знаете, тактика гиена называется. Ты просто смотришь, на кого агрится робот, и тупо ходишь и пытаешься убить. Ух ты, бля. Манси, 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 я вовсе не медведь. Я маленькая манся, и я люблю пер... Нет, это другая песня явно. Улетели. И ему больше не повезло, чем мне. Ему больше не повезло. Иди сюда, тебе жопа.
Тебе жопа, малыш. Блин, Кира, даже попадает опять же. Опять-таки даже попадает. Я попал. Ты моя жертва. Бошечка, привет. Привет. Тебе хана, мой маленький мальчик. Я тебя съем. И нужно свалить отсюда по Шурику. Ой-ой-ой-ой, вот это все. Ну, блин, было весело. Ребят, как минимум, это действительно было весело. Если вам тоже понравилось это видео, ставьте лайк. Реально наберем много лайков, я запилю что-то еще подобное. Да и плюс, видосы там, где я сам играю, выходят не так часто на канале. Но хотя, каждый день в 17:00 по МСК у меня стримчанский, и там я играю просто вдоволь. Так что на этом сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, ребят. С вами был Аурум. Ну, это понятно, нет? Нет? Или непонятно? Это Аурум был или нет? Не знаю. Я не знаю. Все, пока, ребят.